Приветствую вас, геймеры, с вами Сон Битва, и почему я такой радостный, правильно? Потому что последняя миссия Secret Service. Клёвая игра так, по сути, но... Не без заморок. Follow me. Так, теперь сюда пусть идет. Stay there. Так, ну, самое такое мы почти прошли. Мясо. Тут не очень сильно останется напрягаться. Follow me. Stay there. Интересно, его можно тут закрыть, чтобы не выметался пока? Nice shot, agent. Сам удивляюсь. Ну, ёпта. Не все так просто. То мудака вставлять здесь не получается. Не выполняет эту команду. Не умеет. Один есть, тут еще один сейчас будет. Промазал. Убил. Все, за ништяками бежим и... Все. Больше здесь мы не будем ходить. Вот это вот перезаряжу на всякий случай. Чудо. Все. И вот это. Боже уж ты мой. Миссия очень сложная. И не потому, что тут это что-то такое сверхъестественное показывает. Не, это из-за кривой механики, да, вот. А, мозги включать. Добежать до этого хотел.
Подожди. Не понял. Эта дверь по скрипту не должна была открыться. Пока еще. Follow me. Так, сюда давай. Иди сюда. Stay there. Вот, правильно. Правильно идешь, товарищ. Ну? Дверку открывай. Давай. Вот этот мудак даже отсюда уже пошел. Не выполняет мою команду. Сука, сказал тебе стоять здесь. Follow me. Stay there. Все, сраную мафию мы убили. Не может пройти, отлично. Хорошо. Просто великолепно иногда. Давай сейчас. Все, готов. Отлично. Этот чувак пусть тут пока и сидит. Потому что сейчас сраная мафия вернется. Посмотрим, что там, и заберем нашего друга, потому что там какая-то херня случится дальше. Нехорошая. Все. Так, ты тут со мной? Follow me. Давай, следуй за мной теперь. Теперь следуй за мной везде. Потому что это очень плохо. Это болван, ты где? Вот, вы не поверите, только я ему говорю follow me, он ну. Stay there. Follow me. Ну? Че стоишь, блин? Пошел со мной. Не, игрушка все равно клевая. Мне очень нравится. Патроны закончились для дробовика, так что давайте бы другое его выключу. И подождите, я тут дверку закрою. Чтобы искушения ни у кого не было. Стоп, мафия. Сраная мафия идет. Все. Со сраной мафией разделались.
Так что если следовать скриптам, все в принципе несложно. You're too late, agent. This whole place is gonna blow sky high in 5 minutes. Good luck saving Reiner. Now kill him, boys! Sharp, you've only got a few minutes to evacuate the president. Hurry! Вот этого чудака все еще нужно как-то вальнуть. То есть не вальнуть. Держать его в живых. Как-то. Только тихонько. Ой, ребятки, я прошел, ребятки! Ой! Как классно! Отлично, просто. Все, там дальше играть никак невозможно. И дальше будет просто какой-то скрипт непонятный. Не сработавший, точнее, что мы... Ну, миссия не продолжится, короче. Видите? Мы можем топать туда-сюда, но миссия уже считается выполненной. Все. Да, вот, титры пошли. Вот такая вот хорошенькая, в принципе, игрушка была, олдскульная. Мне очень-очень понравилась, несмотря на ее сложность. Да, если бы у меня в свое время был бы комп с поддержкой пиксельных шейдеров, я бы ее бы уже давно бы... изыграл всю, несмотря на ее адость. Журнал Громания, я помню, ее прям басал с ног до головы. Даже рейтинга я не присвоил, сказал слабительное. Вот ты, Матвей Кумби, видимо, поиграл только первый уровень, второй максимум. Там, да, действительно, несложно, непривычно, но потом все очень классно. Великолепно. Мне очень-очень эта игра понравилась. Несмотря на то, что ей уже 12 лет. На этом я заканчиваю данное прохождение. С вами был Дмитро. Подписывайтесь на мой канал, вступайте в группу, ставьте пальцы вверх. Всего доброго, увидимся где-нибудь еще. И помните, что все самое интересное еще впереди. Thank you, guys!